遥か遠い昔、支配者の死去により三つに分裂した王国。一族の三兄弟が治めたそれぞれの領土には張り詰めた空気が漂っていた。Владимир, слышала? Хочу, чтобы ты радость встретил. Хочу, чтобы у тебя были ключи от нашего дома. Я жена твоего брата. 凶暴な暴君である兄ヤロポルクとの確執。ウニフリーナ。そして今、バイキングと王と奴隷の間に生まれた運命の戦士ウラジーミルの戦いが始まる。Я все про тебя знаю. Ты сын рабыни. Замолчи. Отдай мне Ирину. Если одумаешься, ты знаешь, где меня найти. Новый князь выбрал войну. Господи, помилуй. Мы идем на Корсунь. Когда снова пойдет дождь, вспоминай обо мне. Что не кай га ламбу する戦まで非常極まる鬼となれ。Успейте. Есть. И он может тебя спасти. Вайкинг, 誇り高き戦士たち。集え、修羅の申し子たちよ。